Теремок ТВ. Рюкзачков. Привет! Слышали, слышали, слышали? В честь юбилея нашей школы будет вечеринка и настоящий рок-концерт. Может, по-быстрому сколотим рок-группу? Такую же, как Царь и Кривляка. И зажжем там! Давайте не будем ничего зажигать при таком скоплении народа. Это противоречит правилам пожарной безопасности. Давайте просто оторвемся по полной! Ю-ху! Мы срочно должны собрать группу и всех порвать на этой тусовке. Мы станем популярны, про нас заговорят. Возможно, сам Темный Лорд пригласит спеть с ним. Супер идея, правда? Мы станем настоящими рок-звездами! А называться мы будем «Бешеные рюкзаки». Я могу играть на клавишных, Рюк на гитаре, а ты, Молли, петь. А кто будет барабанщиком? Рок-групп без ударника не бывает. Объявим кастинг и выберем самого крутого барабанщика в нашей школе. Мы быстро найдем барабанщика. Мы друзья! И разлей вода! Зажигаем вместе! Всегда! Ты не так играешь! Это ты ритм не держишь! Смотрите и восхищайтесь! С ним наша группа будет называться Кларк Бэнд. Так, Кларк, стой! Прости, Кларк, но в этой группе может быть только одна звезда. Вы еще пожалеете! Она же милашка. У нее не получится вписаться в нашу группу. И как нам ей это сказать? Рюк, скажи ей что-нибудь. Элли, понимаешь, мы жесткая рок-группа и... Конечно, понимаю. Вы не будете разочарованы в моей партии. Он великолепен! Это просто бомба! Ни в одной группе не было голубя-барабанщика! Ну ничего, я еще смогу показать себя. Элли, извини, голубь, репетировать! У них на барабанах играет голубь! Простите, а можно автограф? Не думала, что слава так утомительна. Вау! Все, раздача автографов закончена. Поздравляю всех с юбилеем школы! А вот и те, кого мы все так ждали. Встречайте, бешеные рюкзаки! Голубь, голубь, голубь! Мне кажется, или им интересен только голубь? Давай потом, а сейчас вмажем рог! Наверное, нужно было поставить пометку, что пронос еды с собой запрещен. А может... Да и не нужен нам этот барабанщик! Мы достаточно крутые и без него! Раз, два, три! Не понимаю, как можно играть рок без барабанов? Подождите!
А как же мы? А как же темный лорд? А как же слава? Слава, слава. А? Нет настроения весь день, не ладится вечерок. Отбрось уныние и лень и врубай рюкзак-рок. Рюкзак-рок — это радость и смех, настроение для всех. Воу! Поднимаем тебе. Нашей музыки все стены дрожат, и ходит ходуном потолок. Танцуй на лямках, на ногах и ушах, когда играет наш рюкзак-рок. Рюкзак-рок — это радость и смех, настроение для всех. Рюкзак-рок, поднимай лямки вверх, наша слава и успех. Перед вами выступали прекрасная Молли, эффектный клавишник Ботя, отличный гитарист Рюк и крутая барабанщица Элли. И вместе мы бешеные рюкзаки. Бешеные рюкзаки, бешеные рюкзаки. У меня получилось. Я стала такой же крутой, как и голубь. Круто вчера оторвались. А вы слышали? Через неделю в школе будет настоящий бал. Класс! Я должна быть на этом балу настоящей принцессой. Кто из вас будет танцевать со мной? Угодно готов сделать, чтобы сегодня не было контрольной. Да напишешь! Я ждал ее всю неделю. Готовился. Ну и проблемы у вас, мальчики. Лично я о ней вообще впервые слышу. Скоро Кир решит очередную контрольную на 5. Надеюсь, у Алекса получится. В любом случае, нашим хозяевам может понадобиться помощь. Поэтому предлагаю далеко не уходить от них. Ой, лошадка! Давай кататься! Эй! А как же кататься? Некогда развлекаться, Молли! А? У наших хозяев контрольная! Контрольная! А нам, кочующим бесхозным рюкзакам, не нужно беспокоиться о хозяевах и контрольных. А как же вы тогда учитесь? Зачем нам учиться? Мудрая Глория и так все знает. А ну стой! Эй, рюкзачный народ! Слушайте меня, предсказательницу Глорию. Я подарю вам свободу от контрольных работ. Эй, вы! Хотите больше не беспокоиться о контрольных ваших хозяев? Я могу вам с этим помочь. Из образовательного процесса нельзя исключать этап проверки полученных знаний. Это было бы нечестно. Мой хозяин зря всю ночь готовился. А Лиза не готовилась. Но я привыкла, что она в меня плачется. Видение явилось мне. Вы трое, как помочь хозяевам вашим? Вижу. Есть куст сухой, колючий, старый, что средь зарослей биологии кабинета сокрыт. Он явит чудо вам, коли вы его польете. Моей хозяйке правда только чудо поможет.
чудо – это не научно. Если ты пойдешь с нами, я помогу тебе с тем твоим экспериментом по пересадке учебников. Поймал на слове. Пойдемте же скорее! Ну что, давайте поливать этот сухостой. А может, все-таки... Просто добавь воды! Шарлатанка! Нам нужно срочно возвращаться назад! Мы с вами сорвем контрольную! Ваши хозяева пойдут по домам, а вы станете такими же, как и мы, кочующие рюкзаки! В этом нам помогут леденцы и яблочная газировка! Рюк! Она хочет залить всю школу пеной газировки! О, звучит неплохо! Да ее не отмоют после этого! Школу закроют! А ну стой, обманщица! Вам удалось спастись? Мы пришли остановить тебя! Я подарю рюкзачному народу истинную свободу и независимость! Вы нужны своим человеком только для похода в школу! А если ее закроют, вы станете свободны. Это неправда. Нам нравится ходить в школу и помогать своим хозяевам. Мы с Алексом не разлей вода. Мы с Лизой даже спим вместе. Эй! И мне хорошо с моим хозяином. Контрольный, отстой! Но со школой я прощаться не готов. А я не понимаю, что тут происходит. Но я на стороне Рюка. Ничего не понимаете! Свобода важнее всего! Важнее всего то, что мы любим школу и своих хозяев! Ах так? А? Контрольная! Хочешь стать барабанщицей? У меня завтра экзамен в музыкальной школе. А без этой ноты не сыграть. А нельзя заменить эту ноту на другую? Правильно. Вон у тебя сколько клавиш. Музыка – это высокое искусство. Тут нужна гармония. Нельзя просто взять и заменить ноту, потому что тебе так захотелось. Ну вот что теперь делать? Я так экзамен точно не сдам. Лиза, стой! Катастрофа! У Лизы пропала нота Си! Надо что-то делать! Если что-то пропало, надо это что-то просто найти. Мне кажется, что пропавшую ноту логично искать в мире музыки. Только как нам туда попасть? Ну да, как обычно. Простите, мы ищем высокую ноту Си. Вы нигде ее не видели? А вы? Может быть, вы знаете, где она? Добрый день. Мы рады приветствовать гостей в нашем замечательном городе Унисон-Тауне. Я мэр этого города, скрипичный ключ. Мы рюкзачки, и мы ищем пропавшую ноту Си. Вы не знаете, где ее можно найти? Ах, если бы знали, тогда наш мир был бы спасен. Дело в том, что нота Си пропала, и теперь наш мир может исчезнуть. Мы найдем пропавшую Си, спасем Унисон Таун и поможем твоей хозяйке.
во дворец классической музыки. Там она работала. Вперед! Вы что делаете? Как же потом играть без инструментов? Зачем инструменты, если музыки все равно больше нет? Мир растворяется, скоро все превратится в труху. Мы найдем ноту Си, и мир музыки восстановится. Обычно найти ее не составляло труда, поэтому мы перестали играть с ней в прятки. А сейчас она так спряталась, что ее весь город найти не может. А я говорил, не надо было ее прогонять. Последний раз длинноногую Си видели на стадионе Рока. Да, господин мэр, поищите ее там. А мы пока починим все сломанные инструменты, нам пора. Стадион Рока! Что здесь происходит? Ничего особенного, просто зажигаем! Ага. Не надо было прогонять высокую Си с концерта. Без нее совсем тухло. И вы туда же? Си такая высокая, что загораживала вид задним рядам. Я сказал ей отойти на километр, чтобы не мешала. Так она обиделась и вовсе ушла. Ах ты, булыжник бесчувственный, а не рокер. В какую сторону она пошла? В долину забытой музыки. Отважные тумбочки! Мы рюкзачки! Вы должны отправиться в долину забытой музыки одни! Мне слишком опасно идти туда с вами! К тому же я нужен своему городу в этот нелегкий час! Окей! Найдем высокую Си! Да где же это Си? Я тут. Си! Ты должна вернуться! Тебя все ищут! Не хочу. Почему? Зачем? Я такая высокая. Никто не хочет иметь со мной дело. Певцы боятся меня брать, чтобы не сорвать голос. Я никому не нужна. Поэтому ушла. А я говорил, не надо было ее прогонять. Не надо было прогонять высокую Си с концерта! Теперь наш мир может исчезнуть. Даже если не будет хоть одной ноты, не будет вообще никакой музыки. Вы меня убедили. Я думаю, мне надо вернуться. У каждого в мире есть свое место. Любой в одиночку, может, и мал. Но если мы все соберемся вместе, вместе, мы можем свернуть горы, вместе мы можем взлететь в небеса, можем покорить морские просторы, если сольются в хор голоса. Нот всего семь цветов радуги тоже, но сколько в мире песен и прекрасных картин, каждый стать частью гармонии может, если поверить, что он не один. Попробуй еще раз. Получилось. Ура! Вы еще долго будете искать этот насос? Если не найдем насос, останемся тут навсегда. Рюк, я не хочу тут жить вечно. Что ты, Ботя? Тут же так прикольно. А давайте найдем этот насос.
как мы его тут найдем? Доверься мне, я чувствую, он где-то рядом. Нам сюда. Тут повсюду динозавры. Сейчас найдем насос и покатаемся на них. Вот же он, нашли! Рюк, это не насос. Это домкрат. Ой, они так похожи. Ой. Ой. Мы останемся тут навсегда. Да расслабься уже, тут же весело. Очень весело тут, Рюк. Не догнал. Надеюсь, мы теперь в безопасности. Кто вы? Я известный охотник. Точнее, фотоохотник Себастьян. Я коллекционирую фото редких животных. Для полноты коллекции мне осталось найти и сфотографировать только ускользающий насос. Мы тоже ищем насос! Это же то, чего мне не хватало! Но мы потеряли его след. Я знаю, что делать! К сожалению, мне не хватило прибора, который увеличивает картинку. Подзорные трубы? О! Вижу! Так вот, где было логово насоса все это время! Я иду к тебе! Эй, подожди нас! Мы сейчас разорвемся! Крыш! Поднялись. Ой, а где же Себастьян? Может быть, уже на берегу? Поплыли скорей! Себастьян! Не отзывается. Пока, неудачники! И куда? А как же мы? Обманули дурачков без насосных рюкзачков. А ну, быстро верни нам насос! Он нужен нам как воздух! Спасибо, что помогли мне найти его! Впереди водопад! Ты так и задумывал? Водопаду только рад! Что? Водопад? Нет, 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 нет! Котя, Молли, придется помочь! Ой-ой, подойдите ближе! Все пропало. И все из-за кого? Не видать мне больше поездок на машине. Каких поездок? На какой машине? Никакой я не фотоохотник. Я машинная сумка с инструментами. Чаще всего родители вашего человека брали меня в поездку только из-за насоса, который лежал во мне. Потому что остальными инструментами не пользовались. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Предлагаю сделать насос самим. Это как? Мы сделаем его из подручных материалов. Единственное, нам бы работников побольше. Ну и посильнее. А он не такой страшный. Приступим к стройке! Правее, так левее, правее. Да! Ура! У нас есть насос! Спасибо вам! Надеюсь, ваши человеки не забудут вернуть мне насос! Настоящие друзья никогда не забывают друг о друге! О, как же я забыл! Насос может быть в сумке с папиными инструментами! Ура! Мы спасены от скуки!
скучать по гаражным джунглям. Апорт! Смотрите!